Ах, какая женщина! Это не только слова из известной песни, но и название конкурса. Проводится он в Чебоксарах уже не первый год и традиционно приурочен к 8 марта. Организаторы – женсовет и администрация города Чебоксары. Самые красивые, самые трудолюбивые, самые творческие, самые талантливые женщины живут в городе Чебоксары. Участниц конкурса в их выступлениях поддерживали мужья и дети. За звание «самый-самый» в этом году боролась 11 представительниц прекрасного пола. Они постарались подчеркнуть все свои достоинства. Эти праздники мы считаем для того, чтобы популяризировать именно семью, для того, чтобы молодые люди считали очень важным создание семьи, чтобы мама и папа – это были те люди, которые достойно воспитывают своих детей. Звание «Ах, какая женщина» было присуждено Светлане Григорьевой, художнику-постановщику ДК агрегатного завода. Такие конкурсы нужно проводить. Это интересно и для окружающих, это интересно и для нас, как бы показать себя, да?